Блин, захват игры не работает. Тот отстой. Все нормально же было. Че началось-то? Никогда такого не было. Вот опять. Вот опять. Может, сейчас играть. Ау. Ау, я сейчас типа тебя слышу. Да? Все. Вот это да. Так. Господи. О, вроде должно быть все на стримчанском нормально. Все замечательно, там у тебя уже даже кто-то подписался. Веселая заставка. Интересно, кто? Очень интересно. Ты не проходил, да, этот самый кооперативный режим? Нет, тебя как-то странно начало быть слышно. Что, погоди секунду. Так. Сегодня ты будешь проходить тесты с напарником. Помаши своему напарнику. Что, ты опять все поломал? Да как это работает? Почему я не могу помахать? На Q нажми. Я нажал на Q. И там появляется жест. Ну так как его выбрать? А вверх мышкой, не веришь. Так я вот, типа, не работает. Ох уж эти стримеры. Так я не знаю, почему у меня появляется эта колесико, я не могу нажать. Типа, у меня появляется эта колесико, поливается жест, и все. Что за дерьмо? Господи. Ладно, сейчас, погоди, я тут проверю. Блин, почему-то в игре меня начинает, я начинаю тебя слышать, вообще как будто ты хер знает как работаешь, ну как разговариваешь, а в этом, когда выхожу с игры, все нормально. Ну но это чувство у тебя там, не выходит. Я тебя замечательно слышу. Ну вот я тебя как-то очень странно, сейчас я тут... Господи, какая же жесть. Ну, настройки как-то никогда же без этого. Да. Ох, эти стримеры. Вообще. Лишь бы жесты хотя бы заработал, может, играю. Блин, мне бы понять, почему я тебя еще так слышу, Тимова. Мне еще понять бы еще на стриме, как тебя нормально слышно или нет. Ну, кстати, да, хорошая тема. Там кто-нибудь напишите в чатик. Да. Так, господи, почему оно не работает? Я не могу ничего сделать. Я кстати, тебя не вижу, ты почему там? Чего? Я как бы вижу на стриме, что ты... У меня вот появляется это колесо, то я не могу. Ничего не могу, вообще ничего не могу. Господи. Не знаю, попробуем, может перезайдем тогда. Чёрт возьми. Может, в управлениях что-нибудь? Слушай, хрен знает. Сейчас я тут пытаюсь разобраться. Ну, так всегда бывает. Так и живем. Так и живем. А, давай попробую в игру перезайти. Сейчас. Давай. Ща. Вас перезайду в игру. Мне в такие моменты реально вспоминается просто стримы Кшиштовского, когда он типа я все настраивал, целый час сидел и ничего не работало. Ща посмотрим, что это за фигня. Давай. Ну, да господи, как же громко. Ну, у нас два зрителя. Так, совместная игра, обычный совместный режим. Пригласить тебя.
Ну, в любом случае, хотя бы Portal покатал. Хоть как-то. Да. Так, я тебя пригласил. Я тебя тоже. Да, в смысле, пригласи еще раз. О, нормально. Пошла жара? Ну, посмотрим, не знаю. Может, пошла жара, а может, и не пошла. Тут как повезет. Ну да, да. Так, но пока я тебя все еще слышу, окей. Пока все хорошо. Ой, теперь я мадам. Теперь я тебя опять так же слышу, как вот в прошлый раз. Ну что ж у тебя? У тебя не выводит Ладос. Ох уж, понаберут себе компьютеров. Да я фиг знаю, тут, типа... Ладно, заставку можно попустить как-нибудь, не? По-моему, нет. Ну, господи, второй раз смотреть. Ужас вообще. Ну теперь ты будешь синим. Наверно. Стопудово. Вангую, смотри. Может это брак рыжего, может у него не работает приветствие. Он просто невоспитанный. Вообще, ужас. Опа, 5 зрителей, ничего себе. Да, мы популярны. Ну, теперь это работает, проверяй. Да нет, нет. Нет. То есть ты просто нажимаешь Q? Я просто нажимаю Q и веду мышь вверх, и все, и он машет рукой. Да, что... Мне кажется, это что-то у тебя в настройках. Да вот понять бы, что у меня в настройках. Сейчас, секунду. Попробуй, я не знаю, зайти в управление клавиатуры и поставить там, я не знаю, по стандартному, может, где что-нибудь есть. О, судя по запросам в гуглах, это... Так. Ладос, меня, походу, правда, еще и на стриме плохо стоит. Так я знаю, да, там какая-то херня, не знаю, но сейчас надо сначала одну пофиксить, потом другую. Ну, ребят, вы же понимаете, как это бывает. Так. Отладка. Починил. Да, мне пришлось... Не починил, костыльный метод. Чё, теперь как-нибудь голос мой пофикси, что ли? Ну вот... Сейчас будет животное указывать. Я пропустил вообще всё. Оранжевый, посмотри на любимое животное твоего напарника. Хорошо. Посмотрю. Оранжевый, с помощью сигнального устройства укажи любимый элемент периодической таблицы. Ой. В принципе. Подождите. В принципе, нормально все у Димона с голосом. Он играет за робота. Робот. Голос роботовский такой. Указать все. Синий, посмотри на интересный. Я настолько жирный, что мой комп тебя не вывозит, но ясно, все понятно. Да. Разобрался? Yeah. Чувак, смотри, на F. На F показывай вон туда, вон. И потом вон туда. Игра началась! Ого! Ну, это не микрофон делает кук, это просто у Влада комп почему-то делает на меня кук. Да. Игра не запускается, все, и нет замечательных, ребят, я ни при чем.
Да, сейчас обучение. Сейчас обучение пройдем и это. Это тренинг обучение. Да, блин. Так, а чё, я вообще не понял, чё. Давай. Я чё, я тут это, бегаю. Нормально всё. Всё нормально? Стример не тупой. Игра тупая. Да. Давай, не поверишь, сюда вот надо. Сюда? Да. Миша, ты сюда, ну ладно. Ну вот сюда, да. Калибровка веса синего, в смысле калибровка веса, блин. Так, а что дальше делать, я не знаю. Да, блин, я вообще не имею ни малейшего понятия. Что же, может вот так, нет? Ой, смотри, что-то происходит. Сука, пустите, пути! Ну давай, успеешь, пути. Ну давай, ты же не такой долгий, ты, господи. Да пусти. О, господи. Я успеваю потусить, пока ты там идешь. Иди, дурачок. Деграденс просто. Нормально все. Зачем играть в Portal адекватно, когда можно играть в Portal неадекватно? Тем более, когда микрофон делает пук. Да. Отклебован. Не обнаружено. А знаете, как люди расстраиваются при отклонении квеста? Если хотите расстроить человека, скажите ему. Похоже, начинается командная работа. Да не. Ой, подожди. Все понятно. Ладно. А что, вот так вот, наверное? Ну, возможно. Но это не точно. Я перенес. Проверяй. Это было слишком сложно. Это было максимально пук-пук. И чё? А, вот, наверное, надо вот. Вот сюда вот что-нибудь. Вот сюда. И вот сюда. Мне так кажется, но это не точно. Я уж давно не играл. Наверное, вот так. Мне кажется, что-то происходит. О, чувак! Здорово! Здорово! Чё, в тюрьме? Пошли, ой, бля. Так, ладно, все, погоди секунду, я попробую разобраться, что такое. Так, скажи что-нибудь. Вот сейчас все окей, типа, стоит зайти в ботл, все. Какой-то... Все херится, да? Может, да. Может тогда я поиграю в одиночный режим, а ты просто сидишь рядом и говоришь. Лёль, нет. Совсем все плохо? Я просто... Не, ну мне в принципе особо не мешает, но на стриме может, конечно, и мешать. Не могу понять просто, в чем проблема. Интересно, насколько все плохо это слышно? Так, попробуем аудио тут поднастроить. Может, у тебя просто идет... Какой-нибудь реально декаденс. Именно что он у тебя пытается вывести звук. Это черт возьми. Я в этом не шарю. Ну-ка скажи что-нибудь. Пук-пук. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Может, потому что у тебя стрим сейчас. Ты в смысле, ты меня слышишь и на стриме, и. Или у тебя стрим не открыт? Не, и у меня стрим не открыт. Это... Тогда не знаю, чувак, что тут у тебя. Не вывозит комп. Господи. Странная дерьма.
Что еще тут можно попробовать? Вообще непонятно, то есть когда у меня даже свернута игра, я тебя слышу вполне себе нормально и все хорошо. То есть вот сейчас все отлично, все классно. Но как только я захожу в игру, все идет по одному известному месту. То бишь по пизде. Вот. Что такое? Я не знаю. А, ну-ка, если сделать. Так. Так. Я тебя должен слышать, вот это. Ну, нормально. Я зайду в игру. Так. Нет, все еще дерьмо. Ну не хочет там, короче. Обиделся. Так, а если сделаю сейчас, погоди. Вот так вот. Вот я даже не понимаю, в чем может быть проблема. Так, ты меня слышишь? Ну я-то тебя слышу точно так же и. Ну, типа, все, все нормально, все замечательно. Господи, есть в чате сисадмин? Модераторы, как дела? Угу. Ну там все равно два человека. Так что... Ну, как говорится, первый блин, понял. Как это вообще в принципе может друг друга искажать? Ну да, типа каким образом в принципе может мешать вот это вот все? Блин, может в микшере что-нибудь поглянуть? Микшеры громкости. Может, в Дискорде что-нибудь? Да нет, в Дискорде это все хорошо. Ну блин, а вот опять ломается. Я в Дискорде уже все настройки перенастроил. Ну, я не знаю. Но я так думаю, раз у тебя все херится, именно когда ты заходишь в игру, значит дело не в моих настройках. Ну это понятно, да, что тут проблема именно у тебя. Ну, точнее, у тебя ее как раз таки нет. Да. Я хотел сказать, не у тебя. Ну да. Ну, черт его знает. Подумаю, что... У вас поломанный портал. Портал, верните его. Вот в момент загрузки тоже все хорошо. Херится в момент игры. То сейчас... в момент игры. Да, вот сейчас все хорошо. Сейчас все классно. Сейчас все замечательно, я бы даже сказал. Я тебя хорошо все слышу. Очень странно. У тебя комп вывозит Дискорд. Да, то... Слишком жирно. Да, ты не помещаешься в микрофон. Я не помещаюсь в ваш стрим. Ну я не знаю тогда, что даже предположить, чувак. Ну вот сейчас я опять здесь... похерилось. Я здесь что тоже короткий путь знаю. Может, я могу говорить только во время загрузки. Вот ты вот пока вот посмотри, обрати на вот как я был занят, пока ты там стоял, что-то настраивал, вот на наши шаги. Так, ладно, сейчас секунду, последняя настройка попробуем. Ах ты ж, я все вижу. Да нет, тебе показалось. Так, скажи-ка что-нибудь. Говорю. А сейчас? Говорю, и сейчас. Блин. Да что ж такое с этим порталом не так-то? Что с этим порталом не так? Короткий путь.
Да, это слово надо однозначно. Ладно. Ну иди ты уже, давай. Куда идти? Ну, проходить испытание. Ну ты вообще... Качественный контент. Не, пока. Решил с этих начать, ну пошли. О, хороший звук. Сейчас у меня есть хороший звук. Да, сейчас у тебя есть нормальный звук. Гена, я не знаю, как поставить настройки качества, я еще в этом не очень кстати, шарю. Да, это, кстати, да, это частая проблема Твича, когда я захожу куда-нибудь на стрим, и у меня все начинает просто хериться, потому что там такое высокое качество стоит. Ну, блин, я вот говорю, я не знаю, еще не допер до этих моментов. Впрочем, конечно, надо было сначала обычную игру пройти, потом уже сюда идти. Обычную я проходил. Ну, в соло, в смысле. Вот это я, кстати, не проходил. Вот это я не проходил. Ого. Явно надо делать что-нибудь типа вот так. Я полетел, пацаны. Ну тут весело, по крайней мере. Ну да. Так. Ты проходил обычно кооперативно? Или... Нет, просто соло. Одиночку. Я не знаю, где я вообще, А ты где? Я вот здесь, я вот он. Здорово. Вот я где-то там. Ты если поставишь просто вот туда вот... И вон туда. Ты попадешь сюда. Я не знаю, зачем тебе сюда, честно говоря. Но сюда явно зачем-то надо. Поставить. Короче, надо сначала гель запустить, прежде чем сюда идти, я понял. Не ходи сюда, здесь тебе нечего делать. Туда, где ты? Да, 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 тебе там делать нечего. Надо понять, как запустить гельку. Гельку, как запустить. Так, ясно. Туда. Вот надо как на кнопочку нажать. Ну, не знаю, я херней маюсь, мне нормально. Нормально? Нормально. По лесенкам бегаю. И чёрт я нажал, короче. Что должно произойти? А, кубик вылетел. Командная работа, короче, смотри. Я когда жму на кнопку, ты должен пролететь вон оттуда. Ты должен вон оттуда вылететь. Поняли? Как я оттуда должен вылететь? И успеть поймать кубик. Тебе надо типа поставить здесь вот говно. И вот здесь вот говно. Понял? Нет. Смотри, чувак. Ты ставишь вот там вот ты ставишь. И вот там вот ты ставишь. Да, смотри. И вот там. Вот там вот внизу. И когда я нажму на кнопку, ты должен будешь спрыгнуть. И забрать кубик, поняли? Попробую. Ух ты, наркомания. Давай. И кубик, команда. Не бой, впереди назад. Нормально, так, чё это? Это не у меня микрофон топ, это у вас ком топ. Да, у меня этот... У меня ком... вот, смотри, короче, Гена, если я сейчас сделаю вот так, то, по сути, ты должен нормально стримить. Слышать, да. Да,
вот Владос может так, конечно, играть, но так ближе как бы особого нет на экране, вот в чем сложно. Понимаешь? Я слишком жирный для стрима Влада. Типа я захожу, нет, он заходит в портал, а тут я как бы сижу с такой пингованный такой 2 на 2. На 2. Вот. И все. Сейчас попробую еще одну тему. Если у тебя не получится, все, ты просто. Ну да, вот смотри, Гена пишет, что только ты закрыл портал, все. Ну вот так я и говорю, что типа. Ну вот так вот, нет, так и можно поиграть, в принципе. Просто подкаст. Да. Всем привет! Чисто подкаст. Вы на подкасте. Так, так, так. Почему? Неужели портал настолько тяжелая игра? Well, fix it, please. Я могу в несколько, даже я на своем компе могу несколько порталов запустить и играть. Это. Так, сейчас попробуем Ctrl-Shift-Escape, производительность. Ну, ребята, как бы первый стрим, он всегда common. Поэтому. Ну, сам по себе стрим не первый, но вот вдвоем вот так вот. Но именно в портал это первый стрим. Да. А так как. Сейчас попробую просто поубивать всякие процессы, нахрен не это, нужно. Это все проделки ГБН, 100%. Просто мне хотелось какой-то фри заставить, а ты меня в портал позвал, и он такой, ах ты вот так вот, значит. И он просто кирит. Все понятно. Ну это всякие бесполезные тимсы надо позакрывать. Так. Чё ты там угораешь? Да это только что. А, она была. Связь плохая, долго доходит. Пингую, ребят. Пингую. Кто понял, тот поймет. Так. Даже мне потом интересно будет посмотреть в записи, насколько путающий был у меня голос. Ну вот. Прям вот. Плохо, да? Прям плохо. Да. Сейчас я попробую, короче, Дискорду задать. Дискорду задать приоритет высший. Просто да, раз именно все херится, именно когда ты в игре, явно, что что-то где-то там дисбаланс. Ну да, походу. Видимо, просто у тебя портал захватывает все ресурсы компьютера и того же самого стрима, а Дискорд уходит в ноль, типа. Я не знаю, чего. Я в этом не шарю. Ну, зато на будущее буду знать. Да, да. Если исправлю эту ситуацию, конечно. Уже хорошо то, что мы сели поиграть, потому что я это еще жопу думал. Ну да, да, да. Поэтому. Технически это неплохо. Технически это невозможно. Сегодня день невозможного, вот так, проверка. А, да, сегодня просто опять похеренный день. Компьютерный день мне опять озон пристал, не то что надо. Я не знаю. Уже не, я заказываю фильм. Так, все-таки все херится опять. Ну-ка, блин, ты. Я вот реально не знаю, уже даже все закрыл, вроде все четко, все классно. Типа все замечательно. Сейчас.
Сейчас, я тут, кстати, кое-что придумал, я вспомнил. Есть один момент. Не-не-не-не-не. Я просто подумал, что тут может быть немножко другая ситуация. Вот. Портал зачем-то юзает микрофон. Я думаю, может попробовать. А, нет, не хочет не давать пользование микро. Просто может быть в этом ситуация. Но Портал хочет использовать микрофон. Я не хочу, чтобы микрофон пользовал Портал. Что-то он у тебя вообще неправильно запускается. Так. Он, интересно, вообще все будет вот так вот херить весь звук, который у меня воспроизводится, или нет? Сейчас, секунду. Опять же, тест небольшой. Сейчас попробую запустить какую-нибудь сраную никому не нужную музяку. Чисто ради интереса. Вот. Что-нибудь такое. Не, слушай, музыку, например, не херит. Музыку не херит. Давай, короче, сейчас я тут подумал. Сейчас, секунду. Слушай, смотри, давай я сейчас попробую на секунду выключить звук. Может, у меня он пытается меня вывести с микрофона. Именно в портале. Думаешь? Ты заходишь в игру, и он... А, может быть. Давай, попробуй отключить. Я сейчас на секунду. Я на секунду, смотри. Выключу микрофон в Дискорде. И буду говорить, короче. Давай. 3, 2, 1, говорю. Меня слышно? Да. Меня слышно. Вот, оно просто выводит твой голос в портале. Окей. Как отключить микрофон в портале? Так. А зачем он меня выводит? Не понял. Никогда такого не было, и вот опять. Смотри, зайди в портал, короче, настройка. В настройке. Зашел. Аудио, и там есть настройка микрофона вниз. Настройка микрофона, да. И здесь дело в том, что его нельзя отключить. Ну ты можешь громкость на минимум поставить. Возможно, заработало, потому что я тебя сейчас не слышу, если что. Окей, я выключил микрофон. Во, отлично. Вот теперь вообще замечательно, отлично. Господи. Значит, это у тебя была проблема, получается. Ой, дурак. Оказывается, портал выводит звук. Ах ты сволочь. Какие-то неправильные это, у вас скакалка. Все, то есть меня сейчас хорошо слышно. Да, сейчас все отлично. Сейчас я тебя слышу только в Дискорде и слышу тебя нормально. То есть если я выключу Дискорд, то меня не слышно. Да, если ты выключишь Дискорд, тебя не слышно. Починили. А я тут, блин, ползаю, пытаюсь понять, что происходит. Ну и ладно. Давай уже, пошли. Это вообще, этот стрим, наверное, надо назвать туториал по настройке игры по сети. Я попал. Окей, что-то произошло. Что-то явно должно произойти. Возможно, но я не могу посмотреть, не могу отпустить, потому что если я отпускаю, как бы падает. А, вот, это останавливается вентилятор. Турбин. А, турбин. Все, давай. Держи, тогда, значит, там будет. Все, я разобрался. Нормально у меня геймплей. Нет! Я жив. Я на всякий случай мышку отпущу просто. Я пошел тогда. Да, давай, пока. Ты там, давай. Да, поддерживай. А, я если ты возьмешь на тап, ты будешь видеть, что я делаю. Понимаешь? Ничего себе. Есть
видишь, да? Смотри. В этом случае... Нет, как? А, все, я понял. Я разобрался. Я разобрался так же просто, как разобрался с настройками. Народ ушел со стрима. А мы только разобрались совсем. Когда все пофиксили. Да, все пофиксили. Народ ушел со стрима. Отлично. Ну хотя бы это игра. Ну да. Смотри. Ты можешь отпустить это дерьмо, то, что ты его там держишь. И попробовать. Не надо, короче. Вот. Ау. Ты видишь? Да. Видишь? Вот. Мне надо как-то отсюда выбраться. Не играть. Нам просто лазер надо сюда направить, чтобы его направить сюда. Да. О, отлично, замечательно, молодец. Чуть-чуть, тебе возьми чуть-чуть левее правее, просто ты бьешь там, я не могу поставить. Да. Вот, замечательно, все, остановись. Что-то произошло. Да. И все сломалось. Не, там просто лазер перестал светить. А, то есть оно само. Да. Значит, где-то что-то открылось. Ну вот где и что, тоже интересный вопрос. Или просто умри. Я старался делать. Вот где и что? Ага. Тут открыто. Но здесь и было открыто. Если здесь открыто. Да, здесь и было открыто. Замечательно. Классные тамада и задания интересные. Да. Смотри, а может там вот внизу вон тут лестница есть? Ты сюда спускался? Куда? Вот да. Туда, куда можно упасть сразу. Да. Туда, куда можно упасть, ты верно говоришь. Здоров. Ты мне на лицо упал. И шо? Да хрен его знает. Вот вообще не знаю. Куда идти, зачем идти, что? А, все, я понял, пошли за мной, господи. Пошли за мной. Где ты там? А где ты? Вот здесь я. Вот тебе надо просто вот туда, чувак. Вот туда вот просто, вот там вот. Куда я бы вот сюда вот спрыгнул. Что? Вон, я тебе показываю. Там у меня портал есть, в него спрыгни. Ау. Изикат. Просто изикат. Вообще даже не почувствовал. Час стрима просто. Мы прошли первое задание. Мы прошли первую карту. Комьюнити какой. Одновременно надо. Давай. 3, 2, 1. Все, подожди, я понял. Смотри. Вот так вот. 3, 2, 1. Командная работа. Тебе не шубу в трусы заправлять. Вообще правда. Ну, кстати, вот в эти карты. О, ставить диск. Инсерт диск.
чем лазер диск, ля. Мастер подставляет. Чтобы я могла видеть их, вы должны находиться в комнате. Но говорю вам прямо, вам не нужно на них смотреть. Готово. Наверное, полагаю. Я 100 раз так делал. Да, нормальная тема. Я еще безалкогольное пиво есть. У меня бургер есть. Это не реклама. Ну, а KFC может, да, может. Да, мы не отказываемся, у нас 2 зрителя, поэтому... Да, поэтому типа, эй, ребята, KFC. Подрубайтесь, да. Ребята, Макдональдс или Бургер Кинг? Не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекратите. Пошли в нормальную игру, в стандартную. И поверьте мне, у людей только одна хорошая черта. Пошли сюда. А почему первая галочка стоит? А не понятно, не важно, пошли. Возможно, мы прошли первый. Нет, по-моему, мы первый проходили не в этот. Это было в другом месте немножечко. Но мне достижение дали какое-то. Мне не дали. Не знаю, как у вас дела, а мне дали достижение. Мне не дали достижение. Когда мы ту комнату прошли, они, наверное, разобрался с настройками микрофона. Держи достижение. Да-да-да. Вернитесь, зрители, было 6 человек. Эй. Зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, людей надо учить сотрудничеству. Тут-тут-тут-тут. Ну ладно, как хочешь. Туда. Ты дурачок? Все нормально. Вот тут голубой сайт, только не синий, а голубой. Очков научного сотрудничества. Ой. Бля! Все, погоди. Нормально. Я 100 раз так делал. Замечательно. Тебе там нормально? Нормально. Здорово. Нормально? Нормально. Хорошо. Прекрасно. Хотя прошли. Всегда предполагает коллектив. Второй уже быстрее, обратите внимание. Нормально? Еее. Мне до сих пор не верится, что я хорошо слышу. Да, все нормально. Когда все ушли, реально. Да, когда все ушли, все нормально пошло. Ну вот, как обычно, да, через час начали. Так, 100 раз и бывает. Ну я же все настроил. Ну да. Знаете, в некоторых человеческих видах спорта победителем считается тот, кто наберет меньше всего очков. Я подумала, вам это интересно, как и большинству победителей. Целью считается, а раньше вы получали 5. Очков научного сотрудничества. Себе я понял, что вообще происходит тут. А, типа ты должен... Ой. Лёль. Изи карта, просто изи вин. Да. Подождите. Так. Ясно. Пошли добывать всякую хрень. Да, погнали.
Да, стример не тупой, отстань. Все ясно, это, короче, самый концерт, ладно. Пошли тогда сюда. Лёль. А, или их надо все успеть нажимать? Да, их надо все. Все, ясно, давай. Вот. Ой, ребят, я. Были? Были. Шо? Очень хорошо. Вы двое прекрасная команда. Благодаря тому из вас, кто делает всю работу. Вот так вот, да, ну поехали. Двигайся, жирная жопа. Все, я ничего не могу сделать. Я помахаю. А, вот, могу. Халло. Ха! Получил. Можно, кстати, будет еще в ЛФД покатать. А там можно вчетвером покатать. Можно, только я уже хер знает сколько у нее не катал. Слушай, ну веселый. Там как раз про коронавирус. Тесты могут привести к смерти, если участники пренебрегают общением, командной работой и взаимоуважением. Поэтому для одного из вас это станет интересным испытанием, учитывая сомнительные способности второго. Давай! Давай! Черт, не попал. Игру сломал. Нестандартно, нестандартно. Ну так нестандартное мышление. О. Ха! Нормально? Нормально. Конкурсы интересные. О, мои обломочки. Ну так, да, чуть-чуть там. Нагадил. Нам, наверное, что-то надо. Наверное, вот это. Неожиданно, не правда ли? А, слушай, иди встать, надо нагнать то, что ли. Что ты делаешь? Ты чудовище. Они ведь одни из нас. Ну ты чудовище. Слушай, а ты можешь сейчас в данный момент встать под кубик? Они для вас не важнее, чем вы для меня. Ну я встал под кубик. Прям под меня, да? Вроде. Впереди. Бля, чё могу? А, понял? Магия. Баги, ребят, баги. Багаюзерство. Где вы такое увидите? Просто. Вот где вы ещё такое увидите? А нигде. Ха! Не, погоди. Получается, надо вот так, как ты изначально сделал. А, туда портальчик. Не, херня получается. Погоди. Туда. Попробуем туда. Да, тоже точно. Ну, наверное. Да, вот так, идеально. Командная работа вообще. Сообщив счет каждого из участников, я бы обесмыслила этот тест, но могу сказать, что один из вас справляется очень хорошо. Пройдите в следующую тестовую камеру. Так забавно, что можно нажать на табу.
понять бы там на стриме вообще все нормально или нет. А если не созваниваться в Дискорде, а просто оставить звук чисто с игры? Ну, такое. Сколько это будет? Ну, звук... Звук с игры просто это... Мне это не нравится. Звук с игры просто не очень хороший, не очень качественный. Так, сейчас погоди секунду, я стрим чекну. Точно? Все нормально, никого нет. Ну да, да, да. Поэтому, вот как раз таки потому, что никого нет, я хочу просто чекнуть. Да, все отлично. Ну он у меня лежит на телефоне, так поразил. Хотя при этом показывают пользователей в чате. То есть пользователь в чате есть, а зрители нет. Как так вообще? Как это работает? Он у меня показывает два человека. Ну вот, а потому что вместе со мной сейчас. Вот, но при этом, если посмотреть пользователей в чате, то там 6 человек. Как это работает, я вообще не знаю. Абсолютно. Не понимаю. Не имею ни малейшего понятия. Да. Ну, в принципе, ладно. Пофиг. Ну, так бывает. Да, пофиг, играем. Будет народ, будет. Нет, нет. Эй, зато поиграем. Так. Какой ты? Да. В гости друг другу не ходят, а хоть поиграем. Вообще, да, ходить друг другу бывает. А, это я побежал. Это что-то, да, это не того. Давай, направляй. Так, куда мне направлять, получается? Так. Вот так. Ты больше похож на камеру клипа. Теперь обратно. А, это подожди. Я пришел. Отлично. Верно? Вот куда? Мне так кажется. Не попал. Ой, не попал. Ну бывает. Такое бывает. Может показаться, что я веду учет ваших достижений лишь с помощью очков научного сотрудничества. Но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Например, оранжевый. Ты только что потерял 2 очка открытых возможностей. Нормально, да? Нормально? Нормально? Нормально! Нормально! Но это не соревнование. Давай теперь ты. Я буду развлекаться. Так, погоди, куда идти-то изначально? Вон туда. А, давай. Режим стелс. Пройти не можешь, интересно? Нет, не пускает. Ну ладно, давай посмотрим. Шлюки инвалиды. Вот так вот, значит, да? Нормально тебе там? Даже не знаю, куда тебя поставить. Это хороший вопрос. А, так иди как-то. Вон туда.
Ну, в принципе, да. Нормально что там? Ага, вот так вот. Я застрял, чувак. Что? Что? Жить и боги. Нам надо будет абсолютно честно намекнуть на это так, чтобы мой наименее любимый участник был не способен это понять. Как держать оранжевый, ты справляешься очень хорошо. Я не знаю, кстати, у тебя с игры звук идет на стрим? Ну, должен идти, да. Звук играет? Должен найти звук на стрим. С игры. А, кстати, в любом случае, да, идет, потому что если бы не шел, на стриме было бы все... Ну, да. С голосом у тебя все было бы нормально. Там, кстати, трейлер по Майору Грому вышел. Да, да. И вот это сказал, что я даже не могу, то есть даже не скажу вам, что вы узнаете, когда найдете. Ну, по крайней мере, от беседина. То, что короткометражка, она была прям... А, да. Сложно. А, чувак, я, кстати, сейчас включил звук у себя, и я тебя слышал в игре. Да-да-да. Я тебя одновременно слышал точно так же в Дискорде, и одновременно я тебя слышал в игре. Но тебя не должен слышать. Теперь все нормально должно быть. О, теперь тебя очень тихо стало еще в Дискорде. Чего? Ты... Я тебя вообще почти не слышу. Ну, я не знаю. Вот, вот сейчас хорошо, все, сейчас. Нормально. Все, сейчас, да. Не трогай, короче. Ничего. Ну да, видишь, когда ты включаешь микрофон, то есть я тебя сейчас опять же, по-моему, и в игре слышу, и скажу, ну, меня так и не слышит. Так, куда нам вообще? А, быстрее это... надо, походу. Не-не-не, всё нормально. А, да. Так все должно быть. Так все уже должно. Поздравляю. Вы завершили абсолютно бессмысленное испытание. Ой, я почти забыла. Когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать. Нет! К счастью, вы не чувствуете боли. В любом случае, вы никак не можете сказать, что ее чувствуете. Кстати, это рассматривается как неудача. Блин, как же им так кайфово удается делать игры? Именно Valve. Но я сейчас не про артефакт. Не про Dota. Испытание было слишком сложным. Пошли еще. А, тут мы все прошли. Ну тогда он туда получается. Нет, чувак, ну
только первая. Ну все, пошли, да. 975 порталов открыто, нормально. Подожди, подойди сюда. Секунду. Только на первом появляет. Больше нигде нет, это сюда. Так, вот сюда, вот сюда. Ладно, давай попробуем второй. Да, в портале, конечно, звучит, типа, ну так, для... просто для игры пойдет. Но в дискорде, конечно, не станет, что это будет. Как же все это сложно настраивать, господи. Да, вообще. Я, наверное, бы точно сказал, если бы такой фигней занимался. В некоторых человеческих видах спорта победителем считают... Не, мы проходили это. Меньше всего очков. Я подумал, что интересно, как и большинство победителей. А, так что можно пи... А что тогда? А как? А все? А не так. А кто так вот, да? Ага. Ах ты читер. Да думал меня наебать. Я сам наебу. Или вон туда. Куда туда? Я не могу вернуться обратно. Уу. Там закрыто четвертое. Блин, на этом третий нету, было бы классно. Посмотри. Вот там есть. А я сейчас на месте сделаю вот так. Если я сделал один фильм, вот так. Бля, что могу? Бля, что я здесь? Кидал? Ты вот так вот, да? Чужими порталами пользуешься. Да. Так давай вторую, наверное, пойдем сначала чуть. Ну, вот это вот третья, видишь? А, третья. Да. А там внизу вторая. Надеюсь, это просто такая шутка. Ну, так лучше делать. А то других вариантов нет, по-моему. Возможно. Здорово. Не, мы только одну начали, по-моему, и все. Ну, у меня пройдено, да нет. Пошли. Ну да. Идеально, пошли. Давайте будем... Ну, это не точно. Да. Завтра день отдыха от стрима. Да, завтра день отдыха. С чего вдруг? Ну, от стрима. Завтра стримов не будет. Так что один человек не сможет посмотреть его. Ладно, все, я ушел, чтобы не подлять. Не с... Женя, куда ты ушел? Ты только начал.
Да не хоть. Так а чё, она не работает, типа? А, они убираются, что ли? Они убираются, ты ж через вот тут вот. Ну ты дебил вообще. Давай. Не, ну забороться сам не отправил, чтобы. Это как настройка микрофона. Да. Мне кажется, народ бы не разошелся, если бы нормально с микрофоном все было. Конечно. Не, ну не так сильно бы разошелся, может быть, кто-нибудь остался попиздеть чисто. Прыгай. А, ну да, только не туда. Да. Ага, не туда. Ну ладно. Что-то произошло? Нет. Не да, но просто их надо опять же одновременно. Ага, только как туда еще забраться? Опять сюда попасть. А, блин, а, да. А, блин, да, еще. Понял. Мне нормально, погоди. Мне нравится? Ты нашел свою дырку? Да. Сопроводи меня, да. Тебе надо. Здесь? Так, мне надо здесь. И вот там. И вот здесь. Чё? Вот так, здесь. Господи. Два портала, это сложно. Я понимаю, это сложно. А теперь иди туда. Чувак, а что значит ЛГБТ плюс? Чего? У тебя в описании стрима стоит русский и ЛГБТ плюс. Потому что русский ЛГБТ плюс. Это теги, теги. Справились, разместив скругленный куб безопасности в гнезде. Должно быть вы очень... Эй, погодите, да вы же не любой. Не поверите, как это... Интересно. Превозносить кого-то лишь за то, что он поместил скругленный куб безопасности. Конечно. Специальное гнездо для куба безопасности. Ау. Больно. А, теперь вот сюда? Вот сюда. Давай, ой. И все то же самое, как я. Ну, почти. Проблема портальщиков. Да, пожалуйста. Я даже на кнопку нажму, давай. Почти, чувак, давай, почти. Кнопку нажать за тебя, нет?
Отлично. Стример не тупой. Ну смотри, почти прошли, а? Там мы до завтрашнего дня уже недалеко. Чтобы обрести уверенность в себе, вначале признайте свою неполноценность. Оранжевый, запиши все, в чем ты чувствуешь себя недостойным или неполноценным. С другой стороны, у нас нет на это времени. Просто посмотри, насколько ты лучше синего. Синий, ты отлично подходишь в качестве примера. Ага. Ну чё. Понятно. Если есть такая тема, значит, один должен делать вот тут. Нормально. Ау. Бежишь? Yeah! Засейвил. Засейвил. Ну слушай, ты зато шарик. Чего? Зато шарик, да, шарик. Ну, так я говорю, засейвил. Держи шарик. Хорошо, держи шарик. Командная работа, командная. Выщи. А, так, короче, закинул. Красавчик. Баскетбол. А говорили, что в ходе этого теста никто не умрет. Спасибо. Главное, тайминги, тайминги. Это наше все. Че, Владос, когда у тебя стрим такой, Алекс? Я прям зайду, тебе задоначу даже, чтобы есть. Ну как, купишь мне VR? Так я без VR. Ну то-то не то уже. Да ладно, что ты делаешь. Ты справишься? Думаешь, оно так работает? Типа... очень странно, типа нужно сюда еще как-то выставить. Не-не-не, иди сюда, я тебя проведу. Готов? На кнопку нажать не забудь. Так. Лера, ты это, не тот портал. Как не тот? Это ты? Как ты умудрился? Это у тебя был не тот портал, во. Кнопка. Почти. Да я так, мне нормально. Погоди. Кнопка. А, теперь я установился, да. Так я нажал кнопку. А там еще одна. Нормально. Подожди, мы сейчас диссонанс.
Что, нормально все? Верни мой шарик. Нет. А, этот не пролетает же здесь точно. Ты зачем его уничтожаешь? Хочу новые. Ты все хочешь уничтожить, да? Постой, подожди. Ты как-то, подожди. Возьми его, и я так понимаю, ты его под себя положил? Это баг, у тебя то же самое. И под себя его. Нет. И нажми на таб. Посмотри, что я вижу. Ну, я говорю, у тебя то же самое, смотри. Возьми. Посмотри, что я вижу. Ну, это не так смешно под себя. Ты просто шар. Это выглядит максимально забавно. Обрати внимание. Пошли. Отдай! Быстрее! Ну чё, долго тебе ещё ждать? Наконец-то жара на улице спала, дома стало так хорошо. Еще точно. Погоди, мне теперь нужно сюда поставить. Ау. Ман. Так, а теперь... А, теперь то же самое. Иди туда. И... Да, красавчик. Ну, иди вон туда. Да, зачем? Ну только с другой стороны, чтобы через нее пролетел. Так у меня вот там вот уже стоит, по-моему, портал. Не, вот с этой стороны. Вот тут нужен портал. Только вот с этой стороны. Погоди, а вот. Блин, ну вот там вот, нет? Так, погоди. Получается. Ай, да, блядь! Да, все нормально, иди ставь. Такой синий, не голубой. Как ты это делаешь? Я поставил синий. Ты поставил голубой. Давай еще разок. Рано. Давай. Еще разок, я в тебя верю. Все нормально. Давай. Там? Все, я пошел. Нормально тебе. Слушай, хороший вопрос, а как тебя
Нет. А, изи кат. По-моему. Погоди. А там не остался мой портал? А, твой остался. Ну вот иди. Так мои исчезли. А. Ты вот здесь. А, погоди, стой. Блин, не. Погоди. Не, погоди, стой, все верно, все. Все, ничего не трогай. Не, вот так вот нормально. Во, все. Изи. Я же говорю, стример не тупой. О, ага. Ну, нормально. Тут посмотрю, что тут есть еще. Вон у нас будет есть. Да. Надо пролететь и зачем? Я ж могу... А, теперь то же самое. Теперь, да, то же самое сделаешь ты, только я ставлю сюда и сюда. Да ты не туда поставил. Нет, я человек. Вы должны быть выше этого. Сейчас мы на них похожи. Мы похожи на людей имбецилов. Ну, я могу тебя поздравить. Сегодня у тебя был пик зрителей. Чего мне? Пик зрителей у тебя сегодня был, я так не знаю. 6 зрителей. 6 человек. Не помню даже. Это было, ну, было поздравить. Не помню, честно. Если вы все еще не уверены в себе, помните, если что никто еще не зашел, был создан совершенно. Даже у меня был изъян. Слишком большое сочувствие к человеческим страданиям. Но я преодолела это ограничение. На самом деле. Тут
явно где-то должно быть, либо там Альвера, либо еще что-то. А, вот она. Отлично. Тогда... Как вот так? Ясно, тебе надо вот здесь как-то поставить. Так. Вот здесь, и еще там дальше где-то. Так. Ай, блядь. Тебе надо просто сюда вот идти. А, ясно, чувак, и поставить вот здесь, и вот здесь. И сюда. Сейчас все будет. Так. Теперь вот наоборот. Иди. Иди. И проделывай все то же самое, как наоборот. Здорово. Неплохо. Их можно сколько угодно, не? Нет. Хорошо, ему вот так вот надо. А я пошел снова лететь туда. Чего? Че, вроде нормально все. Влада, ты меня слышишь? Да, ты меня. Это меня слышишь, нормально все? Димон! Димон! Заебаешь! Димон! Чувак! Димон! О, отлично! Ты просто стал дико заебать. Я не знаю, что такое. Так. Надеюсь, на стриме звучит. Хорошая работа. Мне нравится. Меня хвалят. Играем. Меня хвалят, мне нормально. Эй! Да? Ну все, хорош. Иди, надоел. Все, я понял. Я понял, что надо делать, ребята. Выстреливай, наверное, тут. Вот сейчас надо было бы. Еще разочек, наверное. Давай-ка, эх, почти. Ну, где? Ну, нет. Слушай, не, мне тоже на самом деле фон нравится. Нормально. Когда-нибудь мы скооперируемся. Давай. Вот, почти. Я почти поймал, да. Ну я хер знает как. 10 часов геймплея в Portal. Самый максимальный, ну, я бы его сейчас поймал, кстати. Я не знаю, что ты там выпендриваешься. Ну да, почти. Еще разок, давай. А, сегодня же день Питера, кстати, сегодня день города. Поздравляю. Я салют просто.
О, еще и все сломал. А, то есть она даже ползает. Ты все сломал, да? Что? Ты все сломал, ты все сломал. Ты вот не понимаешь, да? Ну, мне было весело. Это серьезно, ты все сломал. Ну, почти, да. Да, остановись. Так. А. Поздравляю с завершением последнего испытания. Я прошел, не знаю, как. Но что-то меня смущает. Если в ходе теста нет угрозы жизни, разве это вообще наука? Ой, нихера себе, три зрителя. Это прям... Как звук. Кто там вообще зашел? Зачем? Зачем вы это сделали? Что вы здесь делаете? У вас что, нет личной жизни? Да, да, да. А, Геннадий. Геннадий, привет! Пять? Я вижу только трех. Мне показывается только трех. Геннадий, как тебе жирный поток? Да, как Голосяндра. Нормально все? Как звук вообще? Как жизнь? Как сам? С праздником? Геннадий! Хочу, пользуясь случаем, хочу передать привет. Маме, бабушке. Да ёпта. Влад, опять еще помогал? Чего? Тихо. А вот так нормально? Да я просто максимально тихо его сделал, потому что, ну, его нахер, хочу его слушать. Ладно, ребят, я тогда вот так вот, надеюсь, нормально я слышу. Димон хороший. Да больно вашам просто. А уже игра началась, да? Нет, нет. Молодец. Ты нихера не понял, но очень. Гена просит, чтобы ты его отмодерировал. Да. Нажми ты уже на кнопку. Да. Где мой портал? Верни портал. Это моя кнопка, ее не трожь. Это мое. Это мое. Все, видишь, я застолбил. Нажал. А ты вон ту вон свою. Чего ты не хочешь гена отмодерировать? Ну, в смысле отмодерировать? Ну, не знаю, придумай. Ну что, готово? Три, два, три. Погоди, сейчас, секунду. Секунду! Опять все сломал. Кек. Ну что, готов? Пока на 600 секунд. Я Гену на 600 секунд забанил. Забань, на 600 секунд. Он же хотел быть отмодерированным. Верно, верно. Я его отмодерировал. Гена, моргни, если ты нас не слышишь. Гена, напиши в чат, если ты не можешь писать в чат, пожалуйста. Да, если у тебя не получается писать в чат, это напиши в чат об этом. Я ничего не ломал. Ты все сломал. Ну, нам явно надо вот туда вот его портал надо. Вот это надо. А чё? Он исчезает, да? Так, блин, Гена, не звони мне. У меня телефон занят. Разблокировать. Ну, 600 секунд всего надо подождать. Ну, это немало. Это
600 секунд это максимально немножко. Вот, вот так вот зрителей не теряло. Вот так вот зрителей не теряло. А, ясно. Тебе надо успеть. Тебе надо успеть стоя это сделать. Вставай. Сейчас. Сел? Нет. Опусти. Ты даже умрёшь, конечно, скоро. Нет, я не встал, кстати. Мне надо на неё встать просто. Скоро умрёшь. Да, посиди там. О, кубик. Держи. Там он исчезает просто потому, что его это херачит. Его задевает, да. Да. 600 секунд, это получается сколько? 10 минут. 10 минут всего лишь. Ну за что ты? Он хотел, чтобы я его отмодерировал. Я его отмодерировал. Гена, мы с тобой. Поднимай меня. Я не знаю, что надо сделать. И чё? И куда? Пропал. Смотри, короче, ясно. Это не я тут должен портал ставить. Если ты там сидишь, то и ты портал ставишь. То ты и ставишь портал. Просто мне надо понять, мне надо вот как-то вот на неё залететь. Я понял. Иди как. Нажми на тап. Ты так смешно пойдёшь. Все, Гена, я тебя разбанил. Не проси больше тебя отмодерировать. Гена, ты с нами теперь. Отлично. Так, я попадаю, нет? Не попал. Вот попал. Сейчас. Я полетел. О, иди, наверное. Или... Да, иди сюда. Осуждаю. Тебе Гена привет передал. Да, я заметил. Сейчас опять забаню. Ох уж эти админы, да, Геннадий? Спасибо. Значит, кто-то должен успеть поставить там портал. Да, давай, иди. Убивайся, а я тогда. Да, только где, я не знаю, я так и не понял. Да не важно. Ты нажми на там. А, ну да, здесь ноги поставить, наверное, тогда тебе придется там изменить. Прости. Да, я могу тебе рукой махать. Еще и чат от меня почистил. Так это автоматом делается. Это типа когда банишь, там автоматом банится. Все эти. Мне кажется, тебе надо еще раз открыть дверь. Она слишком быстро уходит. Есть идея? У меня есть идея, чувак. Не поверишь. Нажми на таб и просто наблюдай. Так и быть, я тебя научу, как играть в эти игры. Видишь, что есть? Ой. Я просто понаблюдаю. Мама, я в телевизоре. Хочу передать привет. А, все, я понял. Все, я понял, как это работает. Видал? Ура. Всю работу для тебя сделали. Думаю, вы заслужили передышку от официальной программы испытаний. Гена, как твои дела вообще, расскажи? Как поживает твой красный цвет? По Инстаграму кажется, что он красный. Да, Гена, отвечаю, сейчас тебя забанят на 10 минут.
Не, Владос, ну так ты аудиторию точно не соберёшь. Я буду будет... Бан сразу. Ты сразу такой, о, бан. Ну, это бан. Я здесь царь, смотрите молча. Да-да-да. Не, ну нормально. Он обиделся, он теперь не отвечает. Для завершения этого испытания вы должны найти чертежи. Не беспокойтесь, они никому не нужны. Кажется, мы здесь были. Да. Это тест на мышление, цель которого выяснить, сколько времени... Да, слушай, как-то надо пройти эту карту. Правильное время 0 секунд. Делайте же в воздухе. Мне предлагают сделать это уже в воздухе. Там здесь факты подойдут. Чё ты стоишь? Мне опять всё работает? Чё я стою? Стою и стою. Я нажал. Не знаю, как это. Куда ты прыгнул? Куда ты? Команда, работа! Еееет! Гайс. Включил. Блять, я тогда, промазал. Тогда так быстро, у нас первый раз получилось куб поймать, это же, блин, нереально. Ну, тогда получилось, сейчас не получается. А, я, все, иди встань на край, я так вспомнил, когда я тебе сказал, иди, пошли на край, сразу бежать, задай. Готов? Нет. Готов? Да. Я не знаю, я тоже прыгнул, короче. Прыгай. Я рано прыгнул. Все ясно. Я понял. Кек. Погоди, мне тут челлендж предлагают в чате. Вот это да. Ничего себе. А ее можно в кооперативе пройти? Ну я так понял, что бросай кооп, значит это не для коопа. Судя по всему. Так. Прыгаю. Нет, рано. Можете параллельно поиграть. И два стрима запустить. Да, два стрима запустить. Ты посмотри, насколько я тупой, я не пройду карту в портале. Я занимаюсь херней, так что не уверен. Нажал, и вот, наверное, сейчас надо... Да, опять рано. Да. Слушай, она так быстро вылетает, что, по-моему, это можно сделать в одного. Челлендж сделать в одного. Давай я один попробую сделать. Да, давай, попробуй. Это очень интересно. А, я добежать не могу. Да. Успею, нет, не успею. Ну почти. Блин. Кстати, рано даже. А, даже рано. Даже рано, да. Теперь интересно сделать это в одного. Раз. Окей. Нажал. Наверное, сейчас. Да. Есть? Есть карта. Нормально. Зачем нужен кооператив? Что, хочешь полетать? Гена, давай ты зарубишь 500 рублей, потом я зарублю 500 рублей, потом Влад зарубит 500 рублей. Да. Иди вин. Ау. Ты меня убить хочешь? Гена, ты недооцениваешь свою. Так, а что у меня здесь получается? Я уже забыл. Так, Гена, а ты не надо его качать, попробуй его прямо тут на стриме пойти. Нет. Ты просто попробуй на кнопки нажать, и ты будешь управлять одним из игроков. Да, иди, у меня без челленджей, сорян. Я слишком тупой для этого дерьма.
как ты тогда слетел? Я не понял. Я туда портал и... Вот так вот? Я не вижу. Попал? Не попал. Не, не могу поставить повыше, там часы. Во, нормально. Даже не попрощал. Ох уж это молодежь. Ну, я сказал, давай иди тогда, я тупой. Я ж тупой, типа, мне можно не прощаться. Нормальная тема. Да не, я так понимаю, Геннадий про... Я думаю, что он про меня. А, пойди тогда. А, ты решил тоже нажать. Сам. Ну, блин, гениально, ребят. Под... Раз, два, три. Три, один. Спидран, пацаны, спидран. Я тебе говорю, это спидран просто. Ну, да. Вот сейчас будет спидран. Ага. Ну я все сделал. Очень хорошо. Это я вставил. Чтобы я могла видеть их, вы должны находиться в комнате. Но говорю вам прямо, я так и не сказал, вам не нужно на них смотреть. Готово. Ты хочешь убежать? Полагаю. Я пытаюсь. В смысле, Димон больше стример, чем стример? Вот это вот сейчас, Ген, сейчас в бан полетит. Да. Сейчас мы тебя в бан отправим. Ну не надо, не бань Гена. Но я не буду его банить, я просто ограничу ему доступ к чату. Я его заблочу, это разные вещи. Да. Просто 10 минут охлаждения. Охладите трахами. Да. Так, отлично, здесь тоже прошли. Есть открытые тесты. Два. Наверное, теперь три. Но мне так кажется. Ну, возможно, да. Пиу. Пиу. Оо. Так я говорю, как можно слушать человека, который смотрит ТикТоки вообще, типа. Ужас. Нельзя просто так. Я была тебе лучше. Ты, может, их там не только смотришь, но еще и записываешь. У тебя слишком жирно, я не могу попасть. Ну пока, ну пока, да. Приятно было пообщаться. Да. Подписывайся на канал, там, ставь лайки, звони в колокол. Да, все вот это вот. Я проследился через нос, господи. О, эта зона была создана. Замечательно. Вот это я не проходил. Вы знаете, почему они забросили эту зону? Слишком опасно. Слишком опасно. Уу! Да, ты убил меня. Мама меня машина убила. Готов? Да. Блять. Чё ты делаешь вообще? Я тебе хотел лайфхаки показать. Смотри, это мне. Хай-хаки. Смотри. Я тебе сейчас научу. Пошли, пройдем в эту карту чисто на моих порталах. Прямо здесь. Ну, типа здесь, конечно, задумана командная работа. Ну, давай. А. Ну, более-менее. Смотри, если там рыжий. Блядь, я... Ну, все, сейчас я туплю, короче. Теперь я их цветами буду. Ну, все. Пиздец. Доверишься человеку? Это хотя бы интересный нестандарт. Доверяешь человеку, а он
порталы путает. Он цветопутает. Да, вообще, дальтоники, блин. Так, подожди. Давай. Ты просто гений. Не, ну это интересно, согласись. Ну это очень интересно, постоянно, блядь, умирать. Так еще никто не проходил в эту игру. Гена, вот ты когда-нибудь такое видел? Ты такое в своих тиктоках не увидел. Слушай, спрыгни вон туда пока. На всякий случай, да? На всякий случай, иди сюда. Нормально, нормально. А, там красный. На раз, два, три, подпрыгивай. Раз, два, три. Так. Нет, мы ее не сможем пройти. Ну, поставь тогда вон туда. Это не так работает. Не, ну в принципе я не удивлен, почему у нас зрителей нет. Не знаю, я бы посмотрел на таких дебилов, как мы. На максимальный трэш. Ну я, пожалуй, спрыгну все-таки. Твои вкусы очень специфичные. Вот теперь я сюда ставлю и сюда. Ну это скучно. Это же скучно, ребята. Знаешь что? Ты прошел? Да. Раз, два, три, подпрыгни, пожалуйста. Раз, два, три. Бегал. Теперь мы можем попасть на начало карты. Как это работает вообще? Это не должно, не должно так работать. Ты сейчас серьезно? Изи, нет. Стример не тупой. Стример владает. Стример долбоёб. А, понял. Опять командная работа. Подожди, что? А, я понял, чувак. Приземляйся. Так. Явно что-то, что-то я понял. Я понял, ребята. То самое чувство, когда пенсию сделал вот того. Давай. Но... Я уже здесь. Я уже здесь. И чё? Чё дальше? Шарик. Где шарик делать? А, вон кнопка. Да, только есть проблема. Ну, как-то так. Ой. Я починю. Минус портала. Я починю, да. Но это можно и сделать в одного, я так скажу. Ай. По крайней мере, в одного это делать даже интереснее. Ну, я просто летаю, мне нормально, у меня геймплей. Когда ты проходишь там. Ладно. А я шарик забыл. Чё ты тут не делал? А? Я не достаю. Не достаю. Ладно, сейчас все пойдет. А, тогда вообще делать. Так я могу поставить. Я-то уже здесь. А ты шарик. Подожди, и вот так вот. Иди мне. Сейчас я. Я его уничтожу. Ну, блю. Да не, 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 подожди.
Я думал, ты там на кнопку хочешь нажать. Не, погоди, стой, смотри, сейчас, секунду. Так, если ставлю сюда. Ты мне должен заблокировать. Я себе заблокировал, теперь. Теперь я погоди, я ставлю. Ты подо мной должен поставить. Вот. Ну, я ты хотел сделать, да. Единственная хорошая черта у меня. Давайте я подскажу. Это то, чего вы не можете. Чувач. Я написал, что сам себе противоречит. Но я говорю, это было уже давно, и мы ведь не знаем, о чем он был, ушел. Да хрен его пойми. Часик. Насколько сильно он двигался? Не знаю. Гена. Моргни два раза, если ты обидел. И моргни один раз, если не обиделся. Так, сейчас, секунду. Секунду. Ты его опять банить пошел? Конечно. Всех забаню. Все должны быть забанены. Проверяю, что нагнали. Я вот даже сейчас возьму и пожертвую с собой. А, портал уже открыл. Кек. Это что, звуки винды? Нет, это звуки телеги. Блин, у меня реально показывается, что пользователей прям очень много, прям дофига, но при этом зрителей всего два. Я не знаю, как это работает. Ну, типа. Это, скорее всего, у тебя просто пик показан, то есть это за все время, наверное, за все ребят. Но это не так должно работать немножко. Если я вот сейчас зайду на стрим, скажу тебе, сколько зрителей у меня показывает. Не туда зашел. Бывает. Ну, 2-3. Ну да, вот. А, я вышел. Блин. Так. О. Настройки чата. Так, очистить чуть, посмотреть недавние рейды, настройка параметров модерации. Да, кажется, я, возможно, даже знаю, что это за заблудшая душа. Катюха? Нет. Удаленные сообщения, приостановка чата, только прокрутка. Я могу сам на себя пожаловаться. Заблудшая душа, что? Я тоже могу на тебя пожаловаться. Рядом со мной лежит целый пакет KFC. Я не могу его начать жрать, потому что это будет все слышно. Вот как? Ты вот пока там сидишь, и пока там сидишь, я бы мог отключить звук и пожрать. Ну да, так-то вообще. Так-то ты мог. Но все, ты просрал вообще. Ясно. Ты иди, где? Где я просрал, ты стоишь? Я тебя даже уничтожить не могу. Короче, странно это все работает. Ну ладно. Я не могу отслеживать, не могу сам себя. Не могу отслеживать. Печалька.
Но, в принципе. Слушай, подойди к краю, мне кое-что интересно попробовать. Вот сюда вот, подойди, пожалуйста. Да, сейчас, секунду. Запущу портал. И дальше там. Вот сюда. Стой, подожди, стой. Ничем не делай. Стою. Здорово, да. А, нет, смотри, не хочет, не хочет. Просто дело в том, что обрати внимание, когда ты стоишь на ровной поверхности, вот на таком расстоянии, ты подлетаешь. И дальше, и назад улетаешь. А здесь он не хочет. Хотя расстояния мало. Если так. Пошли. Если так, я вот прям совсем близко подошел. Эксперименты. Ну. Но. Ты все равно не падаешь, не падаешь. Да, не падаю нормально. Упс. Так. Что здесь происходит? Да, погнали. Так. А вот это ты можешь поставить? Не могу, да. Теперь туда. И мы идем назад, получается. А, да. Идем вот, там какой. Тут нет, нет. Не тот. Тебе по новой, Миша, все. А, у меня там стоял портал, кстати, можно было и не по новой. Вот. Отлично. А, так мы оттуда пришли. Да, мы оттуда пришли. Так что ставь туда портал. А, окей, тогда я туда ставлю желтый. И сюда красный, да. Да. А, красный туда. Ну только синий поставь чуть-чуть повыше. О. Нормальная тема. Вы отлично справились. Вы потерпели. Молодцы. Ачивка не совсем затупили. Ужас, вот это пинг. Может быть, Гена уже не здесь, а он здесь. Может быть, Гена. Может, он пошел снимать штаны? Но кто мы такие, чтобы его осуждать? Все-таки у нас стрим ЛГБТ+. Ну да, нормально все. Неудача пробуждает такие чудесные воспоминания. Здорово. Ну почти. Эксперименты. Я не тупой, это эксперимент. Так что ты пытаешься сделать? Я не знаю, я хочу быть экспериментом. Ну это же скучно.
Понял, да? Вот что ты там стоишь, управляешься? Вот сюда вот стоишь? Чё? Там что-то вываливает? Я не знаю, как взять. Да? Хотя, чисто так знаю. Если подумать, вот так вот, например. Это не совсем попал. Посмотри вот сюда. Кажется, давай еще раз. Было задумано. Так, блин, слышь, она не туда падает. Она не туда падает. Нажми. Она теперь не туда падает, понимаешь? Не в ту сторону. Ты все сломал. Все так хорошо было. Еще. Давай еще. Еще. Ох, это физика. Эх, почти. Еще. Почти. Ну, сейчас я бы там поймал, кстати. Беги, беги, лови! Лови, лови, он на мосту! Он на мосту лежит, чувак. У тебя есть... Мой мост это тоже. Блин, я наебал систему, а ты взял и наебал меня. С другой стороны. Что случилось? Я просто хотел тебя стрельнуть. Я, кажется, случайно альтап нажал. Лол. То есть я сломался в игре, а ты сломал. Я на месте. Я рад. Не, погоди, стой. Да подожди, да стой, не делай ничего, да стой. Господи. Погоди. Вот так, а ты ставишь то туда и вот туда. Не так, тебе нужно, получается, за эту. Ну, без разницы. Да. ЛГБТ плюс, да, Валь. ЛГБТ плюс. Да господи! Сейчас я перехожу все с тобой. Я понял жизнь. Что понял жизнь, то ты спешишь? Ну, я никуда не спешу, я стою. У меня охрененный геймплей. У меня охрененное просто настроение. Я играю в портал. Все, я понял жизнь. Да, я понял жизнь. А ты знаешь? Ну теперь просто вот туда идешь. Не туда. Вот туда, да. Знаешь что? Я могу ведь сделать. Подожди, ничего не делать. Я сейчас опять буду ломать игру. Я могу сделать вот так. Потом я буду делать просто вот так.
да? Как на будке. Понял, да? Подписывайтесь от этого канала, ставьте лайки. Да выебывался, блядь. Я так могу, блядь. Вы ебаны пошли, блядь. Ох уж эти стримеры. Вот ничего смешного. Ну серьезно. Вы это видели? Вы его видели? Я забыл, что мне надо сделать. Сюда прийти, сюда уйти. Давай, ты сможешь. Ну, я шифр закрыл. И у меня опять чат пустой. Я опять закрыл этот, и у меня опять свет. Это слишком сложное задание. Нормально. Мне норм. Это слишком сложно. Это сложно. Это 10 из 10. Нет. Куда? Только на броню так ставить. Все, я понял. Ребята, я прошел. Так и быть, подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки. Подальше. Отлично. Я могу быть сам. Ты сейчас довоёбываешь? Так, давай вот из этого. Вы захотели бы награду за прохождение этого теста? Награду. Я тут главный. Чего? 5 зрителей. 5? Меня показывают 3. Такие ребята? Вы кто? Всем привет. Да, всем привет, оно в чатике. Но меня все еще показывает 3, кстати. В этом чате. Здоровья всем мамам. Тех, кто есть в этом чатике. Геннадий, да? Ты просто не играешь. Я создала этот тест, чтобы люди хорошо о себе думали. Так, Гена, вместо того, чтобы выебываться, просто ставишь бутылку, садишься на нее и сидишь. Бутылки, я думаю, тебе достаточно для этого. Прошу прощения. Видимо, стрелка съела ржавчина. Удачи. Видал, ты сам не понял, да, что появилось? Ген, не знаю. Все будет хорошо. Ты так и не сказал, как поживает твой красный цвет. Я вот теперь думаю, что мне-то теперь делать. У меня здесь нет ни одного места под портал. А, нет, есть. Поэтому он не говорит, как его зовут. Уи! Никакого уи. Уи! Мне кажется, она так и должна работать. Ну как-то не так. Эй, куда? Тут нет ни одного места под портал больше. А, это чувак. А, тут, да, тут есть же, да, снизу портал, точно. А, ну нам вниз. Уи! Как я тебя спас, видал? Вообще. Видал? Что ты сделал? А главное... Ну да, но нам типа... Ну... А, готов? Ты да. Готов? Вот встань вот сюда, да, сюда. Блять. Ну согласись, план был отличный. Ваши неудачи не дают мне никаких новых данных и лишь оттягивают неизбежное. А, Thank you.
Ну, не уверен. Да, блядь. Ты умер, что ли? Давай я пройду сейчас по подписке. Весело, чувак, не благодари. Заебал. Че, умный дохуя, что ли? Умный, что ли, дохуя? Давай уже подсри мне хоть немножечко. Да сюда вот, может, поставишь, и вот сюда вот. Кек. Я все сломал. Все нормально. Все нормально. Короткий путь. Идем. Мне норм. Я все сломал. Ты хотел, чтобы я тебя подсобил? Вот, давай начинай сначала. Господи, слишком сложно. У меня реально что-то голова сегодня не думает. Обычно, ну, когда я проходил в соло портал, типа, вообще изи было. Ну, то есть, приходилось подумать, но было, в принципе, изи. Ну, потому что, понимаешь, в соло-портале у тебя только два портала, а здесь тебе надо 4. Не, у меня тут прям вообще голова не думает, я не могу связать... Слушай, если бы я сел играть после работы, я бы, наверное, взял себя больше поэтому... Ну, смотри, нам надо как бы вот куда вот, хорошо. Ты вот там вот можешь поставить? Вот там, там нельзя ставить. Там нельзя ставить. Там нельзя ставить, да, значит. Тогда... И здесь нельзя. Угу. Погоди, если... Погоди. Так, куда ты, господи? И вот там. Но только попал по выше. Нормально, нормально, нормально. Все в порядке. И вот там поставил. Поставил? Че? Попал? Попал. Подожди, ну как, конечно, не так проходим. Ну, по-моему, мы да, мы все через жопу делаем. Мы максимально. Ой, Владос играет в портал 2, прикинь. Че, ничего себе. Но это... я... Вообще, по-хорошему, вот из этого, походу, надо вылетать. Вылетать? Вот оно как. Я, кажется, понял. Так, а как тогда вылетать? Погоди. Тихо, подожди, там красный. Ух, это было опасно. Блин, это так... Я сейчас могу пройти карту. Я прошел. Ну, нормально тебе. Ты вот туда не допрыгнешь? Маловероятно. Здесь ничего проходить не становится. Блин. Интересно, а как тогда туда попасть? Вот. Вон там будет. Пошли в начало тогда. Так ты же отсюда мог попасть. Да, так. И вот так. А потом мы делаем. Нормально. Что так и было задумано? Да! Господи, как же ты вовремя. Но мы прошли все, мы поняли, это самое главное. Это самое главное. Че ждешь? Нормально? Готов? Нет. Не готов, ну тоже не готов. Сейчас готов? Нет. Отключи. И теперь... Вот сюда. А ты поставь туда. Да, вот, да. Я пытаюсь. Да я знаю, дай мне пройти-то нормально. Го!
Да. Готов? Выше какая-то хуета. Нормально. Короче, один помешал другому. Зато я жив. Я отсюда могу выбраться. Но ничего. Так бывает. Да, я уже здесь. А мы не допрыгиваем, а так, по сути. Ну, ты можешь поставить вот вот там вот снизу, вот там, когда мы будем стоять на дне. Да. А теперь? Да. А теперь знаешь... Так, ты поставил эти два портала? Погоди, да, я знаю, знаю, все, я все. Вот, все. Поставь мне, да. Поставь его в рандомном месте, чтобы просто нет. Аллилуйя. Я поздравляю, она даже поздравляет. Выбросляет испытание, она доказывает неправоту людей. Нормально, нормально. Все хорошо. Конечно, у людей была только одна попытка. А вы можете пытаться снова и снова. Ура! Нас опять 5 человек. Всем привет в этом чатике, как обычно. Всем здоровья в этом чатике, да. Да, да, да. Если вы здесь, значит вам реально нечего делать. Дойти до... Ну, если это не люди, которые нас знают, то это люди, которые должны были зайти на портал, зайти на самый непопулярный стрим по порталу. Это прям... Либо зашли в самую непопулярную группу по порталу, не увидели там ссылку на стрим. Или самую непопулярную группу по стриму. Да-да-да-да-да. Но в любом случае, всем здоровья. Ага, понял. Уи! Здорово. Так, ты по-хорошему, да, вот сюда. Ну, еще где-то там, да. Только где? Наверное. Смысл? Надо как-то комбинить, по-моему, надо нам. По-моему, тебе надо поставить его вот сюда. И вот сюда. Так. Ну, один. Тут зачем сюда, погоди? Сюда и куда ты хочешь? И вот сюда. А, ну. И ты типа вылетишь, ты посмотришь, что-то делать пойду, я типа. А, нет. Подожди. Иди сюда. Ау. Так, понял. Еще разок давай. Ау. А? Где? А, я же могу открыть. Вот, да? Отлично. Ну, да? Да, да. Нам не пришлось даже падать. Ай, да! Блядь. Нам не пришлось даже падать. Ну да, нормально. Я могу все просрать. Это адекватная ситуация. Это надо как-то спасать или? Не-не-не, погоди. Да господи. О. Тебя надо спасать, да? Ага, тебя надо спасать вот там. Да. Ага. Какая удобная хрень уже куда? Да. Просто перепилить. Ну, нормально. Да! Господи! Люблю портал! Ух, классная игра! А, так теперь надо опять запрыгивать туда, получается. Погоди. Нет,
Не, я немножко ошибся с выбором портала. Вот сюда. Да господи. Во. Погоди, стоп, сейчас мне нужно... Ага. Нет. Давай по старинке, короче, давай по старинке, я заберу... Я заберу панель. Да нормально все было? Я заберу панель, все нормально, все нормально. Типа, у меня... Я уже почти все сделал даже. О, 6 зрителей, ничего себе. Вот это да. Вот это мы популярны. Так. Части, так я части не это. Чё? Тебе надо вон куда, вон, и вон куда. Твою? Да. О, господи, да. Ты... Господи, как это выглядит забавно. Так. Мне нравится боль. Да твоя, да. Уи! Уи! Все, я понял. Уи! Уходи. Сука! Ну, мне норм. Не надо, да? Ну, мне нормально тоже, да. Вполне неплохо. Так, теперь главное не запороть. Давай лучше сначала я попробую прыгнуть. Давай ты сначала, давай. Во, у меня порталы не очень важны. Отлично. Мы смогли. Да. Так. Не знаю, я хотел. Так, ты там где вообще? И что дальше? Я вот здесь. Что были дальше? Да блять. Ой. Господи. И чё, зачем ты туда поставил? Я не могу пробить. Так, погоди, я думаю. Думаю. Ага, думаю. Иду сюда. Получается правильно. Иду сюда. И потом вот этот... Ставлю туда. И кажется, я у тебя тут. Не знаю зачем, но я у тебя. Это можно было бы сделать все проще, но давай. Я знаю, да. Но вообще нам надо делать не это в любом случае. Мне получается... По-хорошему. Тек. Понять бы по-хорошему, как это делается. А, вон нам туда надо. Да, нам туда надо. А нам надо еще сюда пойти как-то. Так, подожди, здесь же ты ставишь. Ты можешь вот оттуда? Кажется, я был. Опять в соло проходить, да? Да. Да, попробую вот сюда сходить. Что это? Зачем? В чем смысл? Смысл в чем? Ничего. Так, стоп. А если немножко. Кажется, да,
что? Что ты здесь делаешь? Отойди. Нет. Нельзя. В том-то вся суть. Ставьте плюс в чат, если стример идет. Так. Интерактив. У нас там есть вот этот стрим, который мы можем подпрыгнуть. У меня, блин, тут за окном катаются всякие. Чувак. А. Как же это тупо. Нам надо поставить портал над ней и вот там вот. И один из нее влетит, и он там он вылетит. Не типа. Понял? Нет, не понял, ну ладно. Смотри, вот там вот нам нужен над ней. Да, и господи, какой ты жирный. А, ну так чуть-чуть. Да, ты сам удаляешь. Есть. Да, получается, да. Ставь туда тогда. Есть чё. А я прыгану. Поставил? Да, бля. Оп. А теперь, получается, я ставлю портал сюда. Не-не, погоди, не сюда. Стоп. А куда теперь портал? Куда теперь портал-то? Ты меня опять не слышишь? У меня опять отвалился Дискорд, я тебя опять слышу. Ой. Дальше. Ну. Слышишь меня? Все. Я тебя слышу, ты меня не слышишь? Вот тебе нормально все. Я здесь. А нам туда надо. А, ну так изи, нам типа вот здесь надо поставить, и надо ты надо нам отлетающий. То есть если здесь. Ой. Погоди, стой здесь, получается. Не, погоди, да, все верно, все, стой здесь. Я сейчас. Получается, мне нужно как-то. Блин, надо здесь как-то оставить портал и вернуться туда еще. Те-те-те-те-те. Туда не допрыгнуть. Да, туда не допрыгнуть. Сложные. Сложные игры. Я хотел просто стрелять. Хотел просто стрелять. Да, да, да. Поставь вон туда. А это зачем? Да, поставь туда. И пока не делаю. Хотя, наверное, должен был ты сделать сюда. А, здесь мой, да. А, погоди, стой! А здесь мои, ты понял, да? То есть опять же надо вот здесь, или там, если вот там. Ни черта не понял, давай, ставь. Там портал. Знаешь что, сначала, подожди, поставь мне сначала здесь свой. Давай. Я здесь. Да зачем там? Подожди. Да погоди, зачем там? А где? Смотри, у нас по-хорошему. Блин, иди сюда, выйди в мой портал. Ну, выйди. Иди сюда. Да. У тебя один портал там есть. Сейчас я просто беру... Иду туда, потому что тебе туда нельзя, блин, как бы поставить портал так, чтобы не ёбнуться. Во. Я иду туда и вылетаю в портал.
Так. Если не получится. Там мне же еще как-то надо как-то. Чего? Да там же мне еще надо как-то. Подожди, стой, 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 подожди. Нет, подожди, не пробуй. Подожди, я здесь ставлю красный. И ты вылетаешь туда. А мне как-то. Ладно, давай, лети. Давай проверим, а там уже посмотрим. Лети, лети, лети там сейчас. Вот, отлично. И там у тебя, наверное, есть. Смотри, я могу все то же самое сделать для тебя, по сути. Иди. Ну да, и спрыгиваешь. Тогда нормально спрыгиваешь? Вот. Возвращайся. Так, теперь я представляю синий сюда. Так, блин. Вот, ну и все то же самое. Херач. Да. О, нормально. Все отлично. Я полезный. Я полезный, все хорошо. Я понимаю, это все равно, что просить меня не проводить испытания. Жаль, это было бы здорово. А, смотри, я тоже могу видеть пользователей в чат. Ну, неплохо. Владельца. О, женек здесь. Женек, привет. Я вот не уверен, что он здесь. Не знаю, что он открыл чисто. Ну, может быть, на самом деле. Ну, потому что у меня показывается три зрителя. Типа, три зрителя и... Еще Валя здесь, мне кажется. Может быть, не знаю. Ну, Валя, если ты здесь, Валя, привет. Это упражнение для наведения мостов. Моргни, моргни, если ты здесь. Да. Скажи в микрофон, что ты здесь, если ты здесь. Так, сейчас, секунду. Простите, пожалуйста. Простите, у меня икота. О, Валя здесь. Валя, привет. Здорово. Как тебе наблюдать за деграденцией? Да, давно не виделись. Сколько лет, деле, сколько на зим. На самом деле давно не виделись. Да вообще, на самом деле давно не виделись. Спасибо. Тебе там нормально? Нормально. Тебе нормально? Нормально. Нормально. А-а-а! А-а-а! Точно все нормально? Давай я уйду, и ты там сам как-то. Поставь там свои порталы, да, и я знаю, ты справишься. Не уверен. Минус уши, наверное, прости. Нормально все. Я старался подольше делать это как-то там. Вот, тебе нормально все, точно? Да, да, все, все. Вот там вот тебе надо поставить, наверное, или. Или вот там. Вот где-то вот там, вот, может, можно. И вот войти сейчас в синий. Вот, хочешь? Войти в синий попасть. И... А потом вот там вот попасть. Или вот там вот можно. Сообразил? Так. А, вон там поставь. Вон там поставь синий. Только синий. Вон там, вон там. Синий, давай, вот там, справишься. И... Пошли, ладно, стример не тупой. В прошлый раз я был полезный, все нормально. Уже зашел не зря. Нам еще дальше нужна твоя полезность. Командная работа, Влад. Здесь надо поставить. Я знаю, ты справишься. Вот здесь. И вот здесь. Ты полезный, чувак. Я тебе это честно. Я... Весь чат говорит, что ты полезный. Опасно. Опасно, однако. О, нормально. Тут, по-моему, как-то странно. Ой. Что-то вот это? А, да, так... Все ясно. Здесь придется от турелек тоже скрываться. Вон там турельки, кстати. Ага. Там турельки. А, это мой. Не только я здесь тупой иногда.
прям так прям с разгона так прям прыгнул, прям. Я спрятался. Насчет тебя не знаю. Опять спасать мир. Да, вот там тут как-то надо вот что-то. Это что на ней не вот это. Да, погоди, это тот-то так вот, и здесь пусто, здесь пусто. Как нам перекрыть, Валя, от них? Как твои дела? Как твои дела? Как вообще? Как тебе интересно смотреть за этой стороны? Серьезно, я что-то... Не, погоди, все, я все понял, я это... Я все понял. Так, мне надо только не запутаться в порталах. Не перепутать голубой и синий. Вот, будь я сейчас по другому месту, я буду. Вот. А ты ставь свой... Да пиздец. Да куда? Как... У тебя там стоит уже красный портал. Ставь вот сюда. Сзади себя. Вот сзади себя. Ай, блядь. Так. Вот. Какой стример не тупой. Короче, Валя играет. Да, Валя. На кнопку нажать. Да, вот на кнопку нажать сложно. Один может собой пожертвовать, конечно. Все хорошо, класс. Спасибо, Валя. Поддержка тоже нужна. Да, да, да. Мы классные, но кто-то тупой. В основном я. Так, нажать на кнопку. Что нам сейчас надо сделать? Нажать на кнопку. Получишь результат. Я что-то сделал. Да, такой где. Шар, чувак, иди лови шар. Я опять с собой пожертвую. Готов? Иди лови шар. Так, давай. Очень интересно, вообще очень интересно. Нет! 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 Валя, кого ты увидела? Пожалуйста, скажи. Очень интересно. Тоже, теперь тоже очень интересно. Валя сегодня видела актера. Да она все вроде не видела. О, смотри, ты спас шар! Чувак, ты спас шар! Так тогда я попытался, я максимально, типа... Да, Валя говорит, что ты меня сделал погромче. Иногда не слышу его, хотя я сижу, ору просто. Сейчас сделаем погромче, господи. Минус, просто у кого-то, наверное, минус. Да, из-за возраста, да. Но она просто старая. Вот так вот подписчиков потеряешь, брат. Да, столько подписчиков потеряешь. Я сам и это... Гена тоже говорил, что я тихо, видимо. Видимо, Владос меня просто забанил. Я сделал рекламу где надо, и все, типа... Гуляй. Да, дальше от тебя пользы нет. Дальше я сам. Так, теперь опять не запутаться в порталах, ага. Давай, теперь нам просто пройти туда вот, чувак. Нам просто пройти. Без приключений. Валя, кого ты видела? Скажи, в каком фильме ты его видел. Погоди, а где шар? Он съебался. Он укатился. Еще разок. Готов? Ох, ладно, давай. Это сейчас будет больно. Это сейчас будет реально больно. Молодец. Когда нашла похожего, родители говорят, что он умер в прошлом году. Ну да, он умер в прошлом году, ты видела мертвого. Да, ты готов? Да. Это еще одно испытание, которое до вас. Валя, в каком фильме он играл, скажи, пожалуйста. Так она не помнит. В каком еще фильме он играл? Помню кадры фильма, мне кажется, фильм что-то играл, не помню. Мне кажется, это полный возраст. Блин, еще 50 страниц актеров в России, ты станешь Димоном, но будешь смотреть русские фильмы. Валь, я их уже посмотрел, скажи. У него была борода, у него было лицо, в конце концов. Может, это был Петров, может, он снимался в полицейском самолете. Меня сейчас хорошо, кстати, слышно. Если вам интересно, что это за зал. Мне кажется, это... Мне кажется, Валь, попробуй это... рассказать Димону, как он выглядел. Типа, у него был нос. Два глаза. Волосы.
Так. Угу. Ну. Вообще это опасно. А ты, погоди, можешь уйти туда и переставить повыше потом его, свой портал? А я туда. Типа, да, но тогда нас застреляют. Так ты мог отойти, господи! Если бы я сделала эти тесты проще. Ты, я тебе говорю, ты можешь отойти вот сюда, блять? Иди давай. И переставить выше. Ай, дай, да, 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 я не могу! Она отталкивает. Еще разок, давай, я тебе верю. Господи, ну, Иисус. А у тебя голова покатит. Это голова твоя была. Видел свою голову? Давай, ставь. Вот отлично. Так, теперь у меня здесь... Вот это дерьмо. А это... Вторую куда поставить? Сложно. Так, у меня тут... Я пытаюсь выстреливать. Ну смотри, там вот можно вот туда поставить. На панельку. И с нее типа вот вылететь. Я не уверен, выживу я после этого или нет, но ладно. О, ты ее сбил, отлично. Выкинь ее. Давайте, выкинь. Отлично. Нормально. И куда ты улетел? А. Я здесь. Актер похож на что-то среднее между Марьяновым. Вот этих я вообще не знаю. Давай, Димон. Ты шаришь, может найдешь, а я не знаю. То это тот момент, когда ты настолько бесполезный, что ты смотришь российские фильмы, но мне это не можешь сказать актер. Потому что это какие-то. Слушай, я не смотрю «Кадетство», скажем так. Я не знаю, кто такой Марьянов. Господи. Валя, это был не актер. Ай. Вот так? Нет. Повыше. Мне кажется, все равно нет. Мне кажется, вот это будет задевать. Да. Ау. Валя, почему ты на улице к нему не подошла и не сказала: «Привет, актер, как тебя зовут, где ты снимался?» Это же так просто. Слушай, тут явно, короче, работа в два ствола должна быть, чувак. Ну, я чувствую, что ты в этом шаришь. Так. Мне кажется, Гена в этом шарит, наверное. Да. Он, походу, в ТикТоке погряз. Да, я нашел позицию. Ага. Стой. Раз, два. Здесь твои, моя очередь. Я пошел. Подожди. Подожди. Не умри. Я здесь. Идеально. Сейчас что-то будет. А, шарик. Шарик. Ой, давно кусок полетело. Сейчас мы будем их уничтожать. Подожди. Давай, ты сможешь. Надо только подумать, куда поставить красный. Или вот так, наверное. Мне так кажется, но не точно. А? Я не знаю, зачем тебе это. Ты поставишь кубик. Ты поставишь кубик на кнопку. Да. И пойдешь туда. И вот. Ау. Подожди. Куда ты пойдешь? И вот сюда. Больно. Больно. Конечно, мне кажется, это не так должно работать. Да, это не так должно работать, но мы бы могли пройти эту камеру. Но ты где-то застрял, меня убили. Ну, почти. Но это было бы прикольно. Ну ладно, сейчас тогда... Значит, надо их посшибать этим мусором. Все ясно.
А ты молодец. Ты полезный? Так. Одна есть, да. А дальше уже не важно. А дальше уже не важно. Идеально. Просто идеально. Поздравляю. У нас количество зрителей прыгает с 1 до 3, до 5 и обратно на 3. У меня до сих пор 6. Ребята. Они, наверное, будут смотреть. У меня 6, а у тебя 1. Валя, мы ждем Дима актера. Если это был Гена, это не канал. Кто тут есть? Там это в описании есть ссылка на ВК. Заходите, подписывайтесь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу, подписывайтесь на группу Владоса. Да, оповещения о стримах теперь будут в группе еще. Там еще в описании, ну, под стримом появилось еще расписание. Возможно, я даже буду его придерживаться. Ничего себе. Еще раз выпущу вас за пределы официальной зоны испытания. Люди случайно забыли вставить диск безопасности в DVD-плеер. Я уверена, что это произошло абсолютно случайно, так что поставьте-ка диск в плеер. На всякий случай. А, опять с диском. О, мы прошли. Ну, молодцы. Это просто было так тяжело, потому что... О, шар. Но он не проходит же через это дерьмо. Сейчас пройдешь. Иди, ну что ты стоишь? Ну иди. Почти. А, кстати, да, я могу вас схватить. Ладно. Рабочая схема. Командная работа. Удачи тебе в КС, Валь. Это... Много не пей... в смысле, не гори. Вот, да. Много не сливай. Валя, что за актер? Нет, остановись. Что за актер? Не, давай ее не отпускать, пока она не скажет мне. Ну, Валю сложно не отпускать. Ну, почему? Пока вот она не скажет. Мой стрим, к сожалению, не наркотик. Он очень легко отпускает. Она уже ушла, да? Да, да. Ого. Чувак, я что-то включил. Я не знаю, но я что-то включил. Вот здесь. А, я включил мост. А, классно. Я включил. Как могу, видал? Ну, такое. А больше никак не могу. Смотри, она все еще была здесь, пока что. А, Валя. Пока. Ще. Приходи еще. Не стрелять. Уходи. Мы не будем прекращать стрим. Давай побудем только твои. О, нифига себе, я нашел кое-что. Не знаю зачем. Ты нашел шарик? Нет? Нет. Он сам тут летает, погоди. Он сам тут летает. Вот он вылетает оттуда. А, ну что-то все, я пошел его. А, да, ты не понял. Ага, все ясно. Вот так это не делается. И теперь его надо ловить. Так, а где он должен мне вылететь? Погоди. Так может ты его просто поймаешь и все? Или... Так я не могу его поймать. Не можешь стать. Значит, погоди. Оп. Чего, он отталкивается тут. Просто... Вот тут вот, вот здесь встать. Вот здесь встать тебе надо. И ты его не можешь. Сейчас, где он там вылетает вообще? Не, он не в ту сторону летит немножко. А, окей, если мы сделаем лайфхак, мы не сделаем, ладно. Угу. Наверное, нам просто надо... Это ж так просто, по-любому. Это вот просто пару раз нажать на клавиатуре. А, у нас есть портал здесь портал там.
А куда нам шарик, погоди, нужен для начала? Давай поймем. Шарик надо поставить. А, ну тогда смотри. Я ставлю сюда. Ты ставишь как ставил изначально? Поставь. Ага. Смотри. Да, и потом, когда он ударится, ставишь вот туда. А, все, я понял. Он должен к тебе скатиться, по сути. Но это не точно. Ага, все, я просто... Не тот, да. Все. Не, сначала туда. Все, вот так вот. Угу. Ну все, можешь ставить. Да ставь тут же. Подожди, я не понял, какого цвета его ставить? Красный. Не красный. А, красный, да, наоборот. Красный. Сейчас скажу, когда. Скажи, когда. Пожалуйста. Давай. Стой, не укатись. Ну вот, все. Изи. Это было слишком просто, просто уже мозг отъезжает. Так. Слишком много испытаний. Куда теперь вообще? Мы поставили шар. Вон туда. Не поверишь, иди вверх. Чё, куда? Чё-то вообще какая-то игра, почему-то никто не видел. Все куплено, короче. Да. Выигрывают стримеры. Пошли. Идем. Диск вот. Должен быть мой. А, я. Не так много. Ну я зато выиграл. Это так и все было задумано. Так все было задумано. Так. Я вижу выход. Продолжение следует. Я вижу выход. Да, это я тоже вижу. Не так. Должно не так работать. Мне кажется, это не так задумано. Ну вот я тоже думаю, что это не так задумано. И не так. О! Что-то похожее. Но как-то оно в небо, дорога в небо. Смотри, стой. Вот это вот неплохо. Ебать-то высоко, конечно. Не так чуть-чуть. Ну нет, это не так. Подожди. Ну вот я тоже думаю, что это не совсем так работает. Так вот сюда же просто, и вот сюда. По-моему, это все еще не так работает. Немножко мешается, понимаешь? Немножечко, да, совсем чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Прям чуть-чуть. Ну ладно. Там то же самое. А, чувак, господи, из них вылетать надо. Из них надо вылетать и, типа, одновременно друг в друга врезаться и будешь оставаться там. А до этого, да, до этого вот идеально. Заходи. Хорошо. Так, смотри, видишь, у нас есть... Ага, отлично. Подожди. Тебе надо в таком случае успеть поставить вот там и вот там. Если хочешь, я могу это сделать. Но тогда Да нет, можно попробовать. Давай на счет 3 попробую. Ну я-то свои уже поставил. Просто. Теперь все зависит от тебя, чувак. Тебе надо просто успеть поставить под собой и вот там. Но сначала лучше поставь вот там, а потом под собой. Под собой тебе просто. Сначала и под собой. А, красава. Просто вообще пушка.
пятерка. Нормально. В одноклассниках. Но ради этого стоило жить. Так, где? И где? Я в этом шарю. Ребята, я в этом шарю. Вот это иск. Отдай! Еее! Палада чел. О, смотри, новые действия открываются по прохождению. Если в какой-то момент вы услышите... Давай на прощание, пока не убили. Сейчас убьет. Ля. Боже, ты посмотри, ну, какое что происходит. Мы прошли еще одну главу. Могу вас поздравить, коллега. Ну, неплохо, да. Неплохо, мы сейчас весь кооператив пройдем. У нас осталась ведь одна комната, последняя, с шестью камерами. Ну, нормально. Так. Ужас. Прохождение за один стрим. Вообще, почти час. Шесть зрителей, девки, что вы здесь делаете, ребят? Я показываю двух зрителей сейчас. Панель управления. У меня шесть. Ну, будем надеяться, что их шесть. Вы так далеко пройдете? А? Будем. После калибровочного теста я собиралась разобрать. Я видела всего одну другую команду, которая была еще сложнее. Там одного из участников пришлось уничтожить. Ну, надеюсь, к двум пройдем. Потому что я уже 20 планировал. Я как бы на час вроде как планировал, типа, как мы обычно, типа, ты кидаешь, часок посидим другой. Да, часок другой, 35. Зачем уходить, если хорошо? Да, согласен. О, тут весело. Я знаю короткий путь. Не думаю, что мне это нравится. Нормально. Так смеяться над синим. Нехорошо смеяться над синим. Но здесь тупик, что ты вот сюда идешь? Я борюсь. Смерть, чувак, это смерть. Я не хочу тебя расстраивать, но все. Я понял. Мне надо как-то попасть туда. А, я понял! А? Чё ты без меня делаешь? Идеально. Не, слишком рано. Да, не успели. Повисел бы, если бы немножко. Давай, здесь он катается. Давай. Вот оно как. Ну, можно и так. Я что-то подумал, что так проще будет. Можно и так, да, кстати. Да, Кузь сделать жест в воздухе. Видал так много? Нажми на Кузь. Виси здесь, не уходи. О, получено достижение, воздушное шоу. О, чувак, я не хочу тебя расстраивать. Хорошо. Подожди. Если там все. Страшно, да? Не, я не прохожу. Сказать, что я обосрался, честно, ничего не сказать. Всё, итак, так мы будем проехаться до самого до самого конца. До самого этого, до самого. 707.
Ой, блин, до лета осталось совсем ничего. Да на улице уже, блин, лето сегодня будет. Ну да, но да, да, официально. И не знаю, как ты это терпишь. Я бы не вытерпела. Ой, у тебя терпение, как у святого. Ничего, я ну да. Хотел сказать, ничего не произошло. Все пошло как раз по твоим планам. Это да. Ну тогда надо другим путем, наверное. Чуть-чуть криво, чувак. Чуть-чуть не прохожу. Ладно, прошел. Я не знаю, там что-то сейчас должно упасть. А, у меня есть шарик. Я вам так скажу. У меня есть шарик. Скидывай. Я его... Мама, скинь мяч. Скинь мяч. Но это тупик, это фиаско. Забирай. Тебе надо было не здесь его скинуть. Да. Выходи теперь, давай по новому. Вот там вот. Видишь, я на кнопку вот тут. Все, один зритель остался, все ушли. Ну вот, отлично. Я не знаю, правда, куда дальше. Я сейчас приду. Мы, кстати, как обычно, проходим, походу. Да, мы проходим немножко. А, нет, там. Его надо... Да, все так. Где, как вот туда, туда закинуть? Ты утонешь. Подожди, так надо ж, наверное, так же. Сначала вот так, вот так. Погоди-ка. Сделай нормально. Ну, как я вот сделал. Так, вот так. Ага. Ой, не так. Пардон. Ага. Так. Есть одна один момент. Я думаю, думаю. Точно. На... Вот это мы вступим в портал. Вот что это. Да погоди, нажми-ка кнопку, 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 кнопку! Оно поднимает? Погоди, теперь мне нужно... Да, так теперь я тебе ставлю там. Видишь? И все. Так а что все? Не так это работает, по-моему. Я же должен еще там портал поставить. А, не, погоди, все нормально. Нет, так не все. Там же поле, ты пролетишь и... Вот я там должен поставить. Вот. Это я там тоже. Там. И вот. Слушай, а чё? А, это штука делается. Так, подожди, командная работа. Скорее всего, немножечко не так. Не, все так. Поставь вон туда. Ну, типа, смысла в этом не особо.
Много. Полуночные тупники. Просто видишь, тут еще проблема есть в том, что... Чувак, не надо было оттуда шар выкидывать, вот в чем проблема. Ну, технически, да, я так сейчас понял, что тогда мне надо было выкидывать. Иди, это, да, туда или не туда, да. Просто его, в принципе, не надо оттуда выкидывать. Вот я тоже об этом сейчас только что потом понял. И все, этот... это будет индикатка, да. Да я, блядь. Так. И типа, мне надо поставить там. И вот. А, мне надо, подожди. Подожди, все просто. Подожди, подумаем, подумаем, чуть-чуть подумаем. Чуть-чуть прям подумать. Я ставлю здесь. Ставлю. Опа, Антошка, здорово, здорово. Да, портал мы тут катаем немножко, портал. Сорян, что без тебя, но тут место только на двоих. Так я же говорю, мы тупим. Типа, что это, мы тупим? Да, да, да. А. Мы реально тупим. Мы реально... Здесь он... Оно, видишь, оно неспроста здесь открывается. А, не, оставь, как у тебя есть. А, идеально. Идеально. А если я с кнопки дать? Всё. Мы тупили на самом легком вообще. Ну, есть такое, чё. Да. Это не является частью теста. Чё, Антошка, как стримец у тебя? Как слышно, как видно. Громко, тихо. Не, я так-то понятно, я имею в виду, что у него как прошел стрим. Он же, судя по всему, закончил стрим. Со стрима на стрим. Да, вообще. Я что-то начинаю залипать уже немножко. Есть такое, да. Слушай, можно на самом деле все сегодня не проходить, потому что типа... А что тогда? Нам тогда не еще будет проходить. Технически можно вот эту последнюю пройти. Да даже, ну да, согласен. Вот эту последнюю. Даже ее не проходить, просто пройти. Думаешь? Мы сейчас по-любому начнем пить. Ну так уже час ночи. Но хозяин барин. Да слушай, я тут это. Да думаю. Ладно, давай, наверное, закончим, правда. Что-то я реально залипаю уже, капец, как. Мы просто там, когда завтра поздно, ну, завтра ты выходной, там, короче, это самое. Кооперируемся, пройдем вот эту вот потом последнюю главу уже опять. Спокойненько, со свежей головой, уже без косяков начнем сразу. Идеально. Да. Все сразу настроим. И уже тогда, так сказать, со свежим силами с удовольствием пройдем. Ну да, да. Согласен. Ну что, нормально покатались? Ну, вполне. Даже без ступников. Прикинь, у меня этот жест пропал. Лёль. У меня нет этого жеста. Мне забрали этот же. Слушайте, вандалы.
Ах, ладно. Ну ладно, что, да, давай тогда завершать. Да, спасибо всем, кто сегодня был на стриме. Если кто-то до сих пор есть, спасибо, что вы до сих пор есть. Внезапно. Подписывайтесь. Спасибо за игру, опять же. Подписывайтесь там, фоловьтесь. Приходите на стримы. Что там еще можно сказать хорошего? Всем счастья, здоровья, не болейте. Да, счастья, здоровья, удачи. Всем пока. Режим не сбивайте. Да, на улицу не выходить. Коронавирусом не болейте. Ладно, все. Всем пока, хорошей ночи.